А ты, Паша, вегетарианец? Да, я вегетарианец уже, может, год. Поэтому, как бы, с тех пор как-то слежу за своим питанием, что очень важно. Павел Колупаев. Фрилансер-предприниматель, любитель сноуборда, вкусной еды и занимательной литературы. А и то, и другое у нас очень вкусное. Попробуйте тортики. Да, торты у нас экспресс. И имбирный лимонный напиток. Так, салат из красной капусты выглядит замечательно, необычно, ярко, но показался очень жирный, много масла. Вот. Дальше борщ наваристый, много ингредиентов, острый, вкусный, да. Так, гарнир здоровья. Так, вспомнил, так. Сытные, необычной формы, очень вкусные, можно на себя рецепт взять. Так, соус чатни. Для меня показался обычный соус, в меру острый, что понравилось. И много тоже, в принципе, хорошо. Так, рыбка. Маленького размера, вкусное, такое ощущение, что сделано на собственном соку, и как бы вкус рыбы очень сохранился. Так, торт ананасовый. Тесто нежное, вкусное и мягкое. Так, напиток имбирно-лимонный, очень вкусный. Мало того, что еще полезный, дома такое не получится сделать. Вот, все. Если в целом взять по 10-бальной системе, на сколько баллов ты бы оценил все, что тебе принесли? По 10-бальной системе я бы оценил в 10 баллов. Так, можно сказать еще про атмосферу. Кафе «Говинда» находится в центре города, поэтому очень удобно подойти сюда, доехать до сюда. Недалеко находится парк, где можно погулять, поэтому очень место расположения очень хорошее. Так, атмосфера сама очень уютная, прекрасно звучит музыка и располагает к себе, и хочется сюда еще приходить. Персонал и обслуживание доброжелательный и веселый.